Всем привет, ребят, на моей маленькой аквариумной ферме. Итак, вот очередной день, уже упаковал. Здесь вот корм, который идет на отправочку. И дальше надо что-то делать. Сейчас еще должны привезти баллон. На кислородный баллон на 40 литров, ребят. Большущая бомба. Ну и в планах подмены, насколько будет достаточно воды. В обед должен приехать сюрприз, если снова не отменится. И уже покажу в этом видосике, если все будет хорошо, конечно же. Дальше. Еще что-то надо будет сделать. Скорее всего, надо будет, ребят, какую-то рыбку посадить на нерест. А то сбился я со своих циклов, и надо нерестить, еще раз нерестить рыбку, так как уже это уже заказано, барбусня еще маленькая, ну посмотрим, тоже возможно на отправку уедет, но так сказать, вся задержка в баллоне. Баллон приедет без редуктора, а без редуктора я, соответственно, не смогу то есть закачать в пакеты кислород. Ну и, в принципе, надо будет заказать редуктор. Только я не знаю, какой там сейчас, там резьбу посмотреть и все остальное. Ну и начинаем работать. С вами Александр. Всем приятного дня. Вот такого настроения. И, конечно же, удачки. И пока я ждал, пока мне привезут баллон, вот наконец-то привезли и бросили и уехали. А я хотел его занести вовнутрь, там в коридорчике поставить, место сделал, и все хорошо. Но халатное отношение — это, конечно же, нехорошо, потому что, ну, всякое может быть, надо, в принципе, хорошо относиться к любой работе. Вот, ну, как уже есть, осталось прикупить редуктор. И пока я вот ждал, пока привезут баллон, здесь подменил воду, что-то вот здесь у малявочек уже хорошо. И также даже успел, ребят, вот склеить еще один аквариум. Еще одна заготовочка у меня есть, надо будет и ее склеить, не знаю, сегодня, конечно же, скорее всего, нет, потому что места нет. А эти швы немножко дольше просыхают, чем маленькие. Здесь 2 мм шовчик на этих аквариумах. И эта заготовочка вот сюда, вот вниз, зато стекло. Ну и, в принципе, надо ехать. Надо ехать отвозить посылки и по некоторым делишкам сгонять. И обратно сюда на разводинку что-то менять воду. Хочу на этой стойке полностью. И у него она, и у этих всех, и у мальков. И с этой стойкой будет тоже на сегодня покончено. На завтра останется вот только вот эта вот стоечка. Ну и по возможности кого-то отнерестим. И, ребят, приехал я на разводинку. Уже вот даже подменил вот здесь и здесь воду. Но не до конца. Надо промыть губки. Очень загрязненные. Здесь уже промыл, а здесь, то есть не промыл, а просифонил шлангой. И очередь сейчас сюда вот. Также приехал, ребят, сюрприз. Сюрпризик приехал вот в этом вот аквариуме. Многие спрашивали, где стурисомы. Смотрите, какое количество икринки. И уже, в принципе, вот-вот и начнут проклевываться. Есть у меня очень подготовленный аквариум для них. Пускай вот проклюнутся здесь. Это вода с того аквариума, где они отнерестились. В принципе, есть пару штучек пропавших, но основная икра, все хорошо и прекрасно. Конечно же, будем смотреть над этим всем делом, как, что, да и как будет с ней. И вот такое количество меня, конечно же, очень таки и радует. Дальше. Аквариум подготовлен в каком смысле? Смотрите, здесь вот у меня живет золотушка. И этот аквариум заросший
всякими обрастаниями и всякой-всякой вот такой вот штучкой. Это будет хорошая питательная база для, в принципе, стурисом, я так думаю. Золотушку уберу куда-то, даже не знаю, вот туда наверх куда-то или даже вниз. Ну, это тоже куда-то она уйдет. И это еще не все. Вот приехал мне вот такая вот штучка, ребят. Здесь у меня бардак и хаос. Вот такой вот баллон. Здоровенный на 40 литров, только вот сюда надо редуктор. Потому что я не накачаю, даже если шлангу там надеть, всякая-всякая всячина. Это совсем неудобно и небезопасно. Надо редуктор, к редуктору какой-то шланг. Вот, в принципе, какой-то вот такой, но этот редуктор не пойдет. Потому что он, у него маленькое давление. Там 25 атмосфер или там 2500, я даже не знаю, как там оно измеряется. Но сюда сейчас предстоит задача купить редуктор на вот этот вот баллон. И тогда уже проблем точно не будет. Замена вот этого баллона там закачать не будет совсем труда. С маленькими есть проблемы, а вот с большим... Ну и, конечно же, его надолго-долго хватит. Также продолжаем делать подмены. Здесь тепло, хорошо и приятненько. Ну, конечно же, мне нравится так. Погнали дальше. Вот сюда вот. И, ребят, я, к моему удивлению, вот на этой стоечке уже чистота и порядок. Везде красота, чистенько и ухожено. И я так подумал, посмотрел свою тетрадочку, неончиков снова надо на нерест. И я даже уже 2 дня пропустил. У них получается крайний нерест перед перекуром. Так как... они 8 раз отнерестились, мы им дадим примерно месяцок перекура, а потом будем дожимать до конца. Сколько они там отметают, наметают, посмотрим, сколько будет нереста еще позже. Ну и подрастает поколение новых. Вот там вот уже я вот смотрю, есть самки, самцы, надо разбираться в них, так как они уже в принципе годятся к нересту. Это еще с первых моих нерестов неонов. Это было уже давно, в принципе. И надо подготавливать аквариум, нерестовички под нересты. Сейчас вот эти все подготовку делаю и верхушку. Это в первую очередь, чтобы попозже высадить рыбку на нерест. Также уже подменку сделала вот здесь. И у меня еще есть куча подменной воды. Этот аквариум и еще полный вот этот аквариум подменной воды. И это меня, в принципе, радует, так как можно еще немножко подмен сделать, чтобы на завтра было совсем чутко. И, но в первую очередь надо вот эту вот все баночки залить водой, пускай прогревается. И так вот, все нерестовички заполнены нерестовой водой. Где, что и как. Везде по-разному, так как здесь неон чистый осмос, здесь 4 пары у меня вишневых барбусов будут, а остальные вот верхушку забью, ребят, тернешкой. Только вот видите, в одном отсеке нету у меня вон там вон сеточки. Ну, это уже такое. В принципе, тернешка может нереститься и без сетки, но это если приглядеть. Так как, ну сейчас, завтра буду на разводне, конечно же, а вот если на работе, так совсем. И, в принципе, могут и поесть. Были такие случаи. Ну и осталось у меня немножечко подменной воды. Здесь в аквариуме немножко. И в этом аквариуме вот надо ее использовать на полную катушку, так как надо делать подмены и на этой стойке. И сейчас вот сколько будет достаточно воды, сразу же и подменю. Первый ярус, мальки и эти. А дальше уже посмотрим, где
и что буду делать. Поехал на полную менять воду. Подмены, ребят, свершились везде, сколько можно было, в принципе. Также вот эта вся полочка, вот эта полочка вся подменена. Внизу тоже подмена сделана. Тот аквариум, что сегодня заклеили, вон уже он внизу стоит, ребят. И будет нас в скором времени радовать. Также вот достаточно было воды на вот этот вот аквариум, но не полностью. Губку промыл. И еще мусор здесь есть. Завтра, в принципе, возможно это дело убрать. Но посмотрим, будем что-то делать или нет. Возможно, будем отдыхать. Но это дело уже такое. Также, ребят, подмены подменами. А вот рыбка на нерест забиты полностью нерестовички. Неон. 19 пар неона у меня. Осталось прошлого нереста одна пара, самка пропала, все остальные вот в рабочем состоянии. Но я вот смотрю, есть такие не особо толстенькие, не набрали они особо много икры, а есть такие, что в принципе нормальные рабочие самочки. Также вот такие вот рыбасики, вишневые барбусы. Смотрите, это самка. Хорошая, эта самка хорошая, эта самка хорошая. А вот это, мне что-то подозрение, что это не окрашенный самец. Худенький, без живота и такой вот, ну, шустренький. Такой, не такие, как эти самки. Ну, конечно же, посмотрим, что там они отнерестятся. Икринка, стул и сомок, все на месте, все хорошо. И пернешка. Пернешка на нерест. Красная. Есть. Это бордовая. Есть. Желтенькая. Тоже есть. Еще пара желтых. Вот так вот дальше. Что здесь у нас? Это такая вот коричневая самка и красный самец. Ну, посмотрим. Здесь желтая самка, бордовый самец. И пара синих. Вот видите, конденсат не протер, забыл. Вот так вот это все дело конденсируется. Но эта вода уже 24 градуса. И хорошо будет себя рыбка чувствовать. Ну, только вот этот вот аквариум один без сетки. Но будем надеяться, что они все отнерестятся. Вот такое вот количество рыбки. Но это еще не все, ребят. Смотрите, кого я сюда высадил. Это дамбо. Дамбо, красавчики, прекрасная рыбка. Самка игривая. Прям к самцу пристает, но все сеточки заняты, я хотел на дно положить, чтобы самка не кушала икру. Но завтра буду на месте и посмотрим, как они там дальше отнерестятся. Хотел еще одну пару на нерест посадить. Вот самка присутствует. Хорошая, красивая самочка, толстенькая. А самца я не наблюдаю. Ну, где-то он затерялся. И еще, ребят, на завтра, в принципе, если отнерестятся тернеции, там 9 пар. Посмотрим, кто отнерестится. Еще 5 пар зеленых тернешек тоже будет на нерест. Ну и, в принципе, должна была быть работа окончена. Но не тут-то было. Надо еще подготовить под поклейку один аквариум, зачистить вот сюда вот. И, возможно, еще что-то сделаем. Рыбку будем ждать, кто там отнерестится, кто не отнерестится. И не рожает снежиночка еще, малька. Ну, толстая прям, капец, скоро лопнет. Поехали, ребят, работать дальше. И прежде чем заняться вот этим аквариумом, его здесь сделать, все позачищать, не дезинфицировать, а
обезжирить, я решил подменить у Аулафоруса воду. Вот так вот выглядит моя маленькая ферма Аулафорусная. Сейчас воду подменю. И, в принципе, вчера кормил. Им еще достаточно здесь корма, но вот так вот выглядит вот этот вот червячок. Хорошо, радует на подкормку. Подкармливаю сомиков коридоросов для стимуляции лучшей на нерест. Ну и погнали, подмена воды. Просто решил показать, кто-то спрашивал у меня, есть Аулафорус у меня еще или нет. Но у меня, ребят, сейчас немножко другая технология размножения его, чем предыдущие мои вот эти видеоролики были. Да, та система очень хороша, потому что, ну, размножается быстрыми, очень быстрыми темпами. А вот сейчас немножко помедленнее, но экономит время. Замена воды раз в неделю и кормлю раз в 2 дня на убой. В принципе, перекорм, но они 2-3 дня и съедают. Я смотрю, пусто, и тогда уже кормлю еще раз. Ну, вот такие вот дела по Аулафорусу. И вот, аквариум подготовлен, только завтра останется пролить, так как силикона у меня недостаточно. А я заезжал в один магазин, а там не было. Надо будет завтра заехать в другой магазин и спросить, что-то есть или нет. А то я постоянно заказываю, а они что-то не привозят. Также рыбка вся покормлена, сыта, чувствует себя хорошо, вода подменена. Ну и, в общем говоря, растет. С моим присутствием так сразу растет. И останется совсем немножечко подмен, посмотреть, кто там, что там завтра отнерестится. Но это будет уже, ребят, завтра. А сегодня рабочий день окончен. С вами был Александр. Всем приятного дня. Вот такого настроения. Удачи и до завтра.